Тем временем архангельский спецназ просит не спекулировать на теме специальной военной операции на Украине, а подобные явления в регионе наблюдаются. В социальных сетях распространяются публикации от имени регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» и его руководителя Ирины Черковой о сборе и передаче гуманитарной помощи военнослужащим отряда спецназа. Как отмечает информагентство «Регион-29», данная публикация – это провокация, и об этом говорят в том числе представители ветеранской организации. За оказание помощи в сторонней организации отряд не обращался и никаких акций участия не принимает, так как полностью обеспечен государством всем необходимым. Обращаясь к призывам политической партии «Справедливая Россия» в Архангельской области не спекулировать на теме социальной военной операции и тем более не заниматься политической рекламой. Со словами ветеранов согласился и начальник тероуправления ведомства Андрей Горбунов, подтвердив, что никто и никогда не обращался кому-либо за оказанием помощи.